Пипец, ребята, я, короче, заблудилась. Фу, такое только со мной может быть. Пошли на горну Куштау, на ту сторону, где эти белые моря, отходы долбанных боесковцев. А обратно стали возвращаться, мои уперлись вперед, а я пока там... Это, интернет ловит, я пока позанималась, поработала, поотвечала. И потом шла по телефону, разговаривала, и прошла мимо свой поворот. А потом иду, какая-то гуща, лес, короче. И я думаю, что надо сворачивать назад, но думаю, вижу впереди просветление. Вышла на другую сторону горы. Прикиньте, и сейчас боюсь назад, не знаю, как идти, там темно. Там вообще темно теперь. Как туда идти? Звоню, блин, никто трубку не берет. Вообще трындец. Уф. Там собрание началось, конечно, поэтому они трубку не берут. Ё-моё. Зато ладно, с другой стороны горы увидела видуху. Вон Юрактау наша. Уф, не могу, блин, ну что я за человечек такой проблемный?